За прошедшие выходные на территории городского округа Красногор чрезвычайных происшествий не произошло. В ночь на 16 декабря пожарные расчеты выезжали на тушение возгорания в одноэтажном здании по адресу улица Ленина, дом 5, города Красногорск. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. 18 декабря произошло возгорание утеплителя фасада дома на 13 этаже по адресу Красногорский бульвар, дом 20. В результате пожара обгорел вентилируемый фасад дома на площади 14 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет. В вопросе противодействия террористическим угрозам и повышения бдительности сигналов не поступало. За выходные дни произошло 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2 человека. 15 декабря легковой автомобиль, двигаясь по улице Знаменская у дома 5, совершил наезд на пешехода, в результате чего пострадал мужчина, которого с травмой средней тяжести доставили в городскую больницу номер 1. 16 декабря на пересечении улиц Кирова и Народного ополчения произошло столкновение 2 автомобилей, в результате которого пострадала женщина. Была доставлена в КГБ номер 1. По линии коммунальных служб сегодня отключена подача горячей воды потребителям в рабочем поселке Дахабино по улицам Новая, Школьная, Братьев Волковых, Молодежная и улица Инженерная в связи с ремонтно-восстановительными работами на канализационном коллекторе с целью уменьшения объемов стока воды. По метеорологическому прогнозу прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления в виде порывов ветра 12-17 метров в секунду, мокрого снега и гололедицы. В систему 112 за выходные дни поступило 2155 обращений. Из них в пожарную службу 20, полицию 256, газовую службу 10 и в скорую медицинскую помощь 412 обращений. Обращаем ваше внимание, служба 112 предназначена для приема обращений граждан в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. Оператор системы 112 не производит запись на прием к врачам в городские поликлиники. Вопросы, затрагивающие работу коммунальных служб, управляющей компании, соединение с другими абонентами, пополнение счета, телефона и вызова эвакуатора не являются экстренными. За заведомо ложное сообщение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.